На портале «Добродел» завершилось голосование по очистке водоема в 2022 году. В конкурсе были представлены Барашкинский пруд в Новых Химках и Золотаревский пруд в Сходне. С небольшим отрывом победило предложение по очистке Золотаревского пруда. Жители Новых Химок стали беспокоиться, что Барашкинский пруд останется без внимания, хотя по их просьбам городом уже был разработан проект преображения водоема. Но переживать не стоит, администрация Химок решила очистить сразу оба объекта. Об этом на встрече с жителями на берегу Барашкинского пруда рассказал заместитель главы городского округа по вопросам ЖКХ и благоустройства Дмитрий Новиков вместе с депутатом Совета депутатов Юлией Ишковой. На Доброделе победил на очистку Золотаревский пруд, который находится в Сходне, но по инициативе жителей, по их большому желанию, Барашкинский пруд тоже будет очищен в следующем году. Барашкинский пруд является излюбленным местом химчан. На выходных здесь бывает трудно найти свободную лавочку. В скором времени ожидается капитальное благоустройство зоны вокруг водоема. Я считаю, что реконструкция в любом случае это прекрасно, поэтому будем ждать более красивого оформления, может быть, обратную сторону пруда как-то облагородят, может быть, будет больше подходов к воде, возможности, ну, детям тоже около воды побыть, ну, относительно безопасно. В ходе реконструкции планируется модернизировать фонтан. Будет проложена экологическая тропа, заменено освещение, построят зону для воркаута и многое другое. Любой житель, в принципе, может обратиться к нам. Мы готовы разъяснить и в том при помощи территориального управления о том, что будет здесь сделано. Здесь будет реально в разы красивее и лучше, чем было раньше. Потому что технологии на месте не стоят, время идет вперед. Соответственно, нужно новые концептуальные решения принимать. Уже сейчас проходят встречи с жителями, где архитекторы предлагают концепцию и узнают мнение горожан, где и какой элемент лучше всего установить. Такие же метаморфозы будут касаться и Золотаревского пруда.